Парламентарий Валентина Назаренко и главный профсоюзный лидер Мозырщины Анна Казакевич внимательно изучают цены в магазине на Ростанях. В торговый объект пришли не за продуктами, а именно за ценами. В рамках мониторинга доступности товаров первой необходимости. В этом списке хлеб, мука, овсяные хлопья, перловая крупа, сухие макаронные изделия, говядина, свинина, мясо, кур, молоко, кефир, сметана, творог, яйца, яблоки, овощи и другое. На эти категории распространяется госрегулирование цен. На постоянной основе проводится мониторинг цен. Мониторинг цен проводят как государственные органы, профсоюзы. И задача парламентариев тоже мониторить цены для того, чтобы можно было проследить, насколько меняются цены, насколько это соответствует законодательству. В рамках законодательства и в целях реализации указа 143 о поддержке экономики принято постановление Совета министров Республики Беларусь 214 от 7 апреля 2022 года, в котором обозначен перечень товаров, их 15 наименований. Это социально значимые товары, на которые ежемесячно отслеживается рост допустимых цен. Повышение цен – это 1,2%. Имеется перечень товаров, для которых ограничены фиксированные надбавки. И для перечень товаров и для импортеров цена формируется с учетом себестоимости и допустимой рентабельности. И для производителей также определенный перечень имеется, на который они при формировании цены допустимая надбавка. И для отпуска уже дальше в торговле. Молочка, кондитерка, хлебобулочные изделия. Ревизоры изучили цены на бытовую химию и другие товары. Фиксировали в специальных бумагах. Смотрели не только стоимость, но и ассортимент. А еще обращали внимание на то, проводятся ли в торговом объекте акции и скидки. Сегодня поставлена главой государства триединая цель. Это цены, занятость и заработная плата. Вот. И для того, чтобы товары первой необходимости в первую очередь были доступны для всех слоев населения, поэтому проводится такой мониторинг цен. Он проводится не первый год, на постоянной основе это отслеживается, и сами торговые компании тоже очень строго соблюдают повышение цены, отслеживают их и применяют торговые надбавки. Помимо, вот что можно сказать, мы сегодня мониторим магазин номер 1 на Ростане открытого акционерного общества «Мозырская торговая компания Полесье». Хочется отметить, во-первых, по широкому ассортиментному перечню. И мы в первую очередь посмотрели, конечно, наших производителей белорусских. Вот поэтому не выявлено нарушение цен. Мониторинг цен проводится в магазинах всех форм собственности, а также в аптеках. Главный координатор этих проверок – Министерство антимонопольного регулирования и торговли. К проверочной деятельности подключаются представители госконтроля, депутаты, профсоюзы. Виктория Синицкая, Николай Капустин, телеканал «Мозырь».